Лили. Нет. Лили. Ну вот и она, твоя дорогая дочь. Ты не этого хотел. Всем привет! Продолжаем играть в The Evil Within 2. Мы находимся по-прежнему в лаборатории. У меня эта серия записывается, ну, почти сразу же после нашей прошлой, да? Я немножко попил чайку, отдохнул и, как говорится, готов к бою. У нас, я так понимаю, здесь намечается суровое сражение. Если в прошлой серии у нас была скрытность, у нас был, ну скажем так, забавный стелс в моем исполнении, в исполнении вместе с нашим Себастьяном, да, то сейчас будет что-то интересное. Потом у меня внезапно, наконец-таки, максимально, короче, заполнились патроны в дробовике. Я перезарядил на 5 патронов наш длинноствольный дробовик, потом у нас и обрез заряжен, поэтому просто все как в шоколаде, и постараемся это все потратить с умом. Потом есть вот такие вот рычаги, я вижу. Ага. И поливают они водичкой, но если же первый рычаг водичку поливал прям возле баллона, то здесь он как-то немножко на расстоянии это делает. И, в общем, я думаю, это все нужно будет использовать. Ну ладно, нам нужно найти нашу Хоффман. Мне что-то подсказывает, что она находится здесь, да, за этой дверью. Ему. Хоффман! Назад! Нет! Он не знает, что творит! Лиам! Стой! Какой еще Лиам? Назад! Прикольно, слушайте, я понял, будет босс вначале, хорошо. Так, ты, значит, Лиам, да, я Себастьян. Ё-моё. Прочь с дороги, Себастьян. Лицо человека. О, Нил, что с тобой? Ты, да, Анор, не... указал мне путь. Я принадлежу ему. Я его спрятал. А в обмен он дал мне новую жизнь. Это жизнь, серьёзно? Раба. Тебе не понять. И ты сгоришь! Хорошо, 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 я понял, я понял. Я понял, так, пошел, я пошел, извини, все. Я пошел, ты понимаешь? Хорошо, что он делать имеет? Хорошо, ладно, все, молчим. Встретились, короче, с Анилом. Так, 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 где баллоны? Так. Давай. Хорошо. Так, где он? Либо измениться, как я. А враги они типа не встанут или что, я не понял. Где он вообще? А? Это босс такой? Он меня из виду потерял, походу. Так, ладно, все, я успокоился. Я вижу, что от него можно убегать. Надо будет там потом потушить еще. Я его хочу подорвать на баллоне на этом. Иди сюда, где ты есть. Я пока обдумываю наш план.
побега или что-то это. Я надеюсь, огонь распространяться не будет, не? Да, отец Теодор, я сказал ему. Иди сюда, ко мне иди. Я больше не слаб, Себастьян. Блин! А! Ой, молодец! Так. А я погнал. Я понял, он, короче, огоньком меня будет, да? Поджигать. Давай, ко мне иди. Я погнал. Прям в голову еще, слушайте, я молодец. Ну, я надеюсь... А, мне выносливости хватит, да? Так, тушим, 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 хорошо. Но если ты такой медленный, то ты вообще ни о чем, ты понимаешь? Товарищ. Хорошо, надо его на второй баллон заманить. Музыка на фоне, молодец. Ты мне нравишься. Музыка вообще в игре потрясная просто. А, ты где? Это что за поиски такие с босса называются? А, хорошо, он тут. Обещаю. Ой, боже, мне тебя жалко, Анил. Ты был хорошим трусом. Ты был веселым трусом. Ну где он? Я его как бы жду возле баллона, если что. Так, там что-то горит. Понятно. Он не... А, тут нету ничего, да? Иди ко мне, да. Ты будешь очищен. Понятно. Один выстрел, и он как бы в себя приходит, ясно. Давайте попробуем тогда сейчас дробовиком по нему пострелять. Товарищ, я тут, товарищ. Интересно, конечно, сколько сносит его огонь. Я не удивлюсь, если он меня ваншотнет, поэтому надо быть, в принципе, аккуратными, но... Чё-то бегать от него вообще легко. Я сказал ему... Какие странные боссы в этой игре, я не знаю. Я вообще спокоен, вот просто успокоился, и все. Я от него убежал, и все, как бы норм. Товарищ, вы понимаете, я здесь. Я даже к тебе прибегу. Ты где? Где он? Я его не вижу. А, он? Он за мной даже не пошел. Это смешно. Товарищ. Я вот он. Да, я не достал. Он. Так. Погнали. Давай, давай, ко мне иди. Ух ты! Хорошо. В смысле, это урон такой? Он, походу, просто как бы цепанул меня, но не попал, да? Ясно. Главное, не встревать ни во что. Давай, иди сюда. Я даже не буду... Блин, я промазал. Не, патроны все-таки тратить, я думаю, попусту не стоит. Хорошо, я вижу баллон. Иди к баллону, товарищ. Не-не-не-не, иди к баллону. Что-то я его сильно близко подпустил к себе. Не нравится мне это. Здоровья у тебя много, однако. Хочешь не зайти домой со мной? Я больше не слаб, Себастьян. Мазила. Мазила. Я пошел. Я пошел. Ну, патроны мы потратим, походу, все. Я раньше времени обрадовался, что... Блин, 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 погнали, 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 погнали. Ну, мы его с первого раза пройдем, если, конечно, ничего меняться не будет. Если ничего меняться не будет, пройдем с первого раза. Я не пойму, ну не попадает по нему с такого расстояния. Походу, слишком большого расстояния все-таки оно не попадает по нему. Это на самом деле очень плохо. Так, ну и где ты? Ты за мной не пошел, да? Босс? Ты где? Не, в первой части такого все-таки не было. Я его даже не боюсь, не. Ты... Товарищ! Я тут. Не говорите, что это гейм овер уже как бы для него. Не, 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 он еще... Он еще что-то хочет.
Да умри! Да тебя даже как-то особо останавливать не нужно. Просто бегаешь. Так, нет, он там разогнался, походу. Я просто помню, что у Стефана, у того же, у него вроде как какой-то режим берсерка было. Тут я даже как бы такого не вижу, если честно. Ну ладно, хорошо. Сейчас прям лоб в лоб, да, к нему выйду. Так разворачивается пафосно еще он. Ему в голову стреляешь, а он такой, че, что? Откуда, да? А, и пошел. А, ладно, патрончики дайте мне. Потому что как-то у меня их нету. Не буду арбалет тратить. В этом смысла нет. Дай, хватит, ты громче... Ой, 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 перезарядка, ладно, извините. Извините, немножко не это я. Не то сделал. Может ему... А, кстати, подожди. А может ему в баллон стрелять нужно? Мне что-то только сейчас в голову эта идея пришла. Да я даже особо не пытаюсь уходить, ты понимаешь, как бы я вот он. Лови меня, сколько влезет. Я хочу попробовать ему в баллон стрельнуть. Ну вроде в голову стреляешь, как бы кровь идет, и он уже на присядке садился, но все-таки проверить стоит. Так, а где ты? Товарищ. Анил. Да, ну это внезапно, конечно, что Анил стал боссом. Да. Сколько мы уже с ним минут сражаемся? Минут 7, да? Не, сэр, Да, блин. А, баллон вроде как бронированный, поэтому не знаю. Наверное, все-таки буду в голову стрелять, но что-то... Он рядом, я понял. Нет, он не рядом. Просто, знаете, он говорит иногда вот что-то, и кажется, что он прям вот рядом находится, но нет. Не, ну странный будет, честно. Тупо одно и то же бегаешь, и одно и то же делаешь, стреляешь, как бы, да, и... Может что-то с водой сделать, с криоболтом? Но я попробую все-таки его отстреливать, не знаю. Мне кажется, это правильное решение, но времени это займет много. Но ты странный товарищ, я тебе скажу честно. Три патрона дают. Не больше. Тупо три патрона и все. Это смешно, вот честно. Ходишь, собираешь, короче, да, и, тем, что есть, стреляешь. Блин. Игра, что ты с тобой сделал, я не пойму. Я не дам ему уйти. И почему постоянно такое ощущение, что голос где-то сзади меня идет, хотя он находится фиг знает где. Ты пошел. Я по тебе два раза попал, ты куда? Понятно. Понятно. Да ты даже не пытаешься сражаться против меня, я тебя не боюсь. Ну ладно, я побежал. Я шучу, немножко страшно. Ну, слегка. Так, хватай. Хватай. Не говорите, что это все. Это реально смешно было. Нет, не все. Я понял. Все-таки фаза номер два у него есть, ясно. Ой-ой-ой, он поджег все заново. Ладно, 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 я понял. Режим берсерка у вас есть. Теодор, я сказал ему. Я понял, да. А я потушить, наверное, все это заново могу, да? А ну? Да, я потушил. Мне проходы просто себе нужно как бы открыть. И все как бы. Я думал, он сейчас бегать будет быстро, а он даже не пошел за мной. Блин. Мне уже, если честно, даже надоело как-то носиться. Мне просто музыка глушит слегка, я поэтому так громко всегда разговариваю. Я замечал на записи это. В такие моменты очень громко музыка играет. Перезаряжай. А где ты вообще, слушай? А то я что-то тебя вообще из виду потерял. Сейчас внезапно появляется, да? Понятно, я про это говорил. Я примерно про это и говорил.
Хорошо. Где ты, где ты? Мне жаль, отец Тедор. Я не буду так делать, чтобы он... Чтобы я так близко к нему подходил. Не, я такого делать не буду. Я как-то издали все-таки, наверное, с тобой. Пошли! Пошли. Все-таки буду с ним сражаться издали. Да. И попал, главное, еще, да? Ладно, я от греха подальше, короче, использую, потому что я не хочу с ним так долго еще раз сражаться, вы че? Это реально тупо было бы. Так, он там бегает, да? Я слышу, как он там тяжело дышит. Ну че, у меня 3 патрона, ты понимаешь? У меня 3 патрона, я тебя это... Жду свои объятия, короче. Мне единственное, что, конечно, страхово, если вот эти вот ребята встанут, вот это уже будет не круто. И поэтому для этого я и берегу, в принципе. Арбалетный болт. Я сказал ему. Так где ты есть-то? Чё ты сказал ему? Ладно. Походу, серия называется «Убейте больного Унила». Все. Потому что реально, что-то долгий ты товарищ. И мутный. Ох, Себастьян, Себастьян, Себастьян. Я сейчас петь начну, вот честно. Где он есть-то вообще? Когда ты поддашься, я уже по кругу все исколесил. Где ты? Понимаешь, я к тебе уже иду. Бегать не буду, потому что может услышать меня. Я вообще не пойму, где он. Походу мы слышишь. А, я понял. С ним по одному кругу бегаем. Погнали. У меня выносливость хорошая, ты что думал? Хочешь не зайти до боя со мной? У меня выносливость хорошая. Кстати, хорошо, что прокачали ее, реально. Так, патроны лежат у нас там. Я видел. Сейчас пойдем навстречу ему. Я думаю, он пошел сюда, да? Везде стекла, ничего не видно из-за этих стекол. О! Хорошо. А главное перезарядить. Он где-то тут должен быть. Ну, конечно, вот сюда мне всегда страхово заходить, потому что реально за поворотом будет стоять, и тогда влипнем. Я думаю, да, вот про что я и говорил. Я думаю, сблизи он может меня и ваншотнуть, наверное. Поэтому недооценивать, в принципе, не стоит. Пошли. Я больше не слаб, Себастьян. Главное, стреляю в голову и... А ему как бы норм. У тебя уже там должна была быть такая дырища, если честно. В голове, но не. Тебя как бы вообще ни о чем. Ну иди ко мне, сладенький. Миленький, красивенький. Блин. Не, близко сильно. А, ладно. А что здесь лежит? Не? Ничего? Ну, мне походу только и остается, что бегать, товарищ. Но мне кажется, что я что-то не то делаю, если честно. Я тебя больше не боюсь. Потому что как-то реально долго очень. Очень долго. Блин, товарищ, товарищ. Товарищ, товарищ. Мне шутить уже пора начинать, потому что да. Ай, ну, вы это сами, короче, видите. Так. Не видно его тут нигде. Ладно, я еще раз сюда сбегаю. Кружимся, вертимся. Напишите мне потом, кто посмотрит эту серию и на этого босса, что вы по всему этому поводу думаете. Потому что мне кажется, что-то я не знаю, это реально странно. Если Стефана у меня, скажем, вызывал определенные вопросы, то... Здесь этих вопросов у меня в десятки раз больше. Стефана все-таки был крут. Он телепортироваться умел, да? Он хватать умел, а это я что-то не понимаю, что это такое вообще. Товарищ! Я вас ищу. О, понятно. Я вас нашел. Иди ко мне. Иди, иди ко мне, иди ко мне, да. Я больше трачу времени на его поиски, чем на отстреливание с ним. Да, ну издали, ну конечно, хорошо меня палит. А, нету патронов, да? Ясно.
Сейчас еще, знаете, под конец во что-то впиляться. А, и умереть. И умереть! Я не дам ему про это... уйти. Обещаю. И про это я и говорил. В колонну влетел. На всех парах. Ой, как ты меня задолбал, если честно, я не знаю. Просто задолбал уже и все. Потому что, ну блин. Три патрона, еще меня перебивает постоянно. Я что-то говорить начинаю, он одно и то же по 100 раз повторяет. Да умри! Нудятина, умри! Ты нудятина, ты понимаешь? По-другому я тебе никак не могу. Мне уже хочется на него разрывной болт потратить. Вот серьезно. Да хватит впиливаться в это. Я больше не слаб, Себастья, и я легко сдамся. Ну да, я постоянно из-за того, что жадничаю, на это попадаюсь. И вот такими вот, скажем, да, так потихоньку он меня может убить. Я сказал ему. Но это скорее, вы знаете, я понял уже, сражение с этим противником чисто на выносливость, короче. То кого переэта переживет. У кого больше нервов или что-то этого. Что-то типа этого. Так, там еще, по идее, должно три патрона лежать. И постараемся сейчас всю обойму в него всадить. Так, товарищ. Ну реально, может, я что-то не то делаю? Серьезно, ребята, если кто знает, пишите. Потому что если я делаю все, что правильно, все, что нужно, то это самый, наверное, тупой босс из всех, каких я где и когда-либо видел. Так, ну чё? Соглашайся, Себастьян! Ну что? Его. Кого? Изменит твое сознание, как изменил мое! Так я вижу, как он твое изменил. Ты глянь на себя, какой ты страшный я. И некрасивый. Меня так просто не остановишь! Ну, всю обойму всадил, никуда не промазал и, в общем, он жив. Он жив по-прежнему. Он по-прежнему жив, вы представьте. Хорошо. Подход номер 100, да? Сколько раз я уже круг почета сделал? Кто-нибудь знает? Я даже не считал. Так, хорошо, собираем тут 3. И там, по идее, 3 будет, да? Я уже даже запомнил... Понятно. Я уже даже запомнил, где что лежит. И что, и в каком порядке они появляются. Так, блин, куда-то я... Ясно, не нравится мне это. Не нравится мне дыхание это. Погнали. Дыхалки-то нету у тебя, а, Анил? А у меня все в порядке, ну тоже как бы выдыхаюсь, но... Блин. Пошли. Так, я не перезарядил. Да, блин, 2 раза, по-моему, промазал. Еще и мажу, главное. Ладно, надо целиться поаккуратнее, вот... Успокоиться и целиться поаккуратнее, потому что, как бы, обстоятельства меня не стесняют. И... Сколько же в тебя всадить-то нужно, а? Почему ты такой толстошкурый? Так, не тратим выносливость. Да, отец Стеллон, я сказал ему. Патроны. Я иду за патронами, короче. Блин. Ты будешь очищен. Это была плохая идея. А идти за патронами, короче. Иди ко мне. Он даже за мной тупо не хочет идти, вот серьезно. Такой медленный, неторопливый босс. И охранять патроны, главное. Он тут, не тут? От него должно гореть что-то. А, он даже решил уйти, короче, я понял. Так, ладно, дайте я заберу еще 3 патрона и попытаюсь все отправить их по нужному маршруту. Товарищ! Я за вами, как бы, вы понимаете, товарищ.
Мистер Живучка. О! Оно что-то услышало. Мне жаль, отец Тедос. Оно что-то заподозрило. Так, где тут поворот? Так, выходи. Блин, ну ты издеваешься. Ля, я в него стреляю, он убегает от меня. Слушай, умри, просто умри, и все, хватит, надоел. Тупо надоел, и все. Ну, кстати, даже не похож на себя, если честно. Я не знаю. Ну, в общем, потом я объясню, что я имел в виду. Лицо не похоже, короче. Хотя, может, я забыл, как он выглядит без очков. А, не знаю, это странно. Себастьян. Наконец я свободен от его голоса. Ох, как же мне этот голос задолбал. От страхов. Мне было так страшно. Останови его. Чтобы его остановить, надо сначала найти его, Анил. Он переместился. Его здесь нет. И нигде нет. Механизм тут, за стеной. Его надо уничтожить. Какой механизм? Я построил, чтобы прятать. Уничтожь. И тогда сможешь уничтожить его. Да. Судьба того, кто испугался, что называется случилось? Стэн. Как О'Нил мог превратиться в это? Не знаю. Я все это время не выходила из убежища. Потом Лем вдруг вышел на связь. Я так обрадовалась. Но это уже был не он, а этот монстр. Я пыталась до него достучаться, но... Ты же его слышал. Теодор Уоллес что-то с ним сделал. Бедняга. Я не хотел его убивать. У тебя не было выбора. Теодор бы его в покое не оставил. Что теперь? Посмотрим, про какой там механизм он говорил. Я думаю, он на другом конце той комнаты, где ты нас нашел. Пошли. Так, тут что-то светится. Неужели мне игра говорит, что я смогу использовать огнемет? Ну, че, серьезно, что ли? А, неисправный огнемет. Ну, я такую винтовку находил неисправную, потом ее как-то нужно было починить. Эти баллоны с горючим для огнемета не подлежат ремонту. Чтобы использовать оружие, надо найти другие баллоны. Похоже, что в этом огнемете используются нестандартные детали, поэтому придется поискать аналогичный и снять баллоны с него, но едва ли он будет просто валяться неподалеку. Огнемет. Пригодится. Правда, сломанный. Найти бы детали к нему. Это был самый странный босс. Самый упоротый босс из всех, что я здесь видел, включая первую и вторую часть. Мне в первой части, я не знаю, возможно, все-таки из-за того, что я как бы еще не сильно был тогда знаком с таким вот жанром, что ли. Но мне там боссы намного больше нравились, вот честно. Представили, конечно, они его прикольно, этого противника, что он такой горящий весь, прикольный весь, да, но на деле он оказался очень... нудным, очень долгим, однообразным. Говорю, что думаю, все. Так, у нас новая напарница. Мистер, извините, но мы пойдем. Такое. Так, я сейчас пробегусь, гляну, не появились ли здесь по нашим намеченным местам патроны, потому что потратил я абсолютно все. Я, кстати, наверное, зря... использовал патроны для дробовика, потому что для дробовика здесь патронов нигде и не было. Просто игра как бы расставляла нам по 6 патронов для пистолета и как бы норм, да, и все. Я так думаю, в принципе, будет с каждым боссом. Это еще в первой части была такая вот схема. Я хорошо это помню. Потому что как бы не все же игроки зачищают открытый мир, да?
И будут чисто по сюжету. И называется, попал ты к боссу, нет патронов, что делать, да? Начинать игру заново, да? Нет. Есть способ выжить. Бегаешь, собираешь и живешь. Но не так же долго, блин, что так долго? В общем, я не знаю, меня разрывает просто от этого босса. Очень-очень долго. Это была жесть. Постараемся не пропустить нигде баллоны. Так, мне опыта за него... И что за боссы такие? Мне за них даже опыта не дают. Мне за него даже не дали опыта. Ладно, не будем жаловаться, дали огнемет. Неисправный, правда, но огнемет. Поэтому, возможно, это даже лучше, чем опыт. Хрен его знает. Так, особые детальки, у меня их уже две. Хорошо. Теодор где-то спрятался, испугался, видимо, нас, да. Такой, я так понимаю, если получается, мы согласились бы вступить к нему, как я тогда, помните, говорил. Давайте его обдурим и вступим к нему в лигу, ну, Себастьяну это говорил. То, я думаю, с нами было бы абсолютно то же самое, что и с ним, да? Нас бы просто прокляли. Так, кабинет. Кися, кися, кися. У меня нету, к сожалению, 12 тысяч, но у меня есть детали, потому что я хочу за 12 тысяч поднять здоровье до максимума, по-моему. А, подожди, стоп, а я поднимал? Сейчас гляну вообще, что я там качал, что я там не качал. По-моему, я выносливость поднимал до максимума, а здоровья нет. Сейчас, момент, надо проверить. Это снова вы, детектив? Да, это снова я. Это снова мы. Ну, серию пока не заканчиваем, нет, как бы полчаса, это пока не конец. Так, здоровье. Ну да, мне нужно как бы... А, смотри. А, не, затраты один, не знаете, что показалось, что сюда нужно аж три красных геля. А у меня, это у меня их три. Ну да, 12 тысяч требуется, я на это собираю. Пусть, я думаю, подкопится и потом. Давайте тогда посмотрим, что мы сможем здесь... Создание предметов сделать. Так, улучшение оружия. Создание предметов, не, улучшение сначала. Так, 345 деталей. Что у нас по дробовику? Я хотел емкость магазина, наверное. 140 деталей, да? Огневая мощь. Подожди, по леденящему болту 100 деталей. Я разрывной хотел, вот я помню. Точно, я хотел разрывной качать. Он у меня просто будет убойный. Так, хорошо, если тут уже 1000 деталей. Ну тут будет просто что-то шикарное. Так, хорошо, разрывной болт у меня убойный. Потом на гарпунный болт требуется 240. Все. Теперь создаем... Ну да, у меня одна палка всего лишь. Создаем как раз разрывные болты. С ними будет спокойнее, но гвоздей у меня, к сожалению, мало. Пистолетные патроны, я не знаю, вообще, наверное, создавать смысла нет, потому что если они нам нужны, мы их находим. Я такое решение, в принципе, принял по этому поводу. Так, электроболт. Давайте создадим. Даже два, наверное, электроболта создадим. Пусть будет 5. И два свободных места оставим. Дымовые пока не трогаем. Криоболт можно, в принципе. Давайте. И, в принципе, все. И, в принципе, все. Так, улучшение оружия. Еще раз я хочу просто проверить по криоболту. Сколько там? 100, да? Угу, ясно. Ясно, ясно, ясно. Можно было, кстати, криоболт проверить против этого товарища, но я видел, как его баллоны эти замораживали. То есть, так, подожди, не туда идем. То есть, оно его заморозило, но после первого моего выстрела, как бы, заморозка с него сходит. О, она уже ко мне прибежала, да? Так, это мы тут что-то послушать можем. Я всегда буду слушаться вас. Да, хозяин. Конечно. Механизм работает как положено. Теодор, когда я слышу это от вас, меня переполняет гордость.
показать тебе кое-что. Это важно. Прости, Юкико. Это он заставляет меня. Ясно. То есть тут он еще был в более адекватном состоянии, но его уже окутывала тьма. Ясно. Понял. Но он ее не убил. Он все-таки с этим поборолся, но уже на меня сил не хватило. Ну, имею в виду бороться против этого Теодора. Все тупо из-за страха. Ну, такое, да? Ах, в игре. Что это? Сколько странных штуковин. Похоже, он что-то конструировал. Может, тот самый механизм? А пода... Я думал удерживать, а смотреть эти штуки, но нет. Мне сюда как бы не нужно. Хорошо, хоть загрузка быстро происходит. Мне сюда не нужно. Так, стоп, подожди. Мы сражались с ним тут, значит, нам туда. Я под конец все-таки так думал... Ты знаешь Теодора Уоллеса? Конечно, он у нас отвечает за поиск кадров. Но что он делает в STEM? И зачем он это делает? Ты много о чем не знаешь. Теодор хочет заполучить Лили. Ты видела, что он сделал с О'Нилом. И если потребуется, он сделает это с любым. Он порвет все в клочья, лишь бы поймать ее. Я не могу этого допустить. Я все-таки под конец думал, что вылезут монстры и устроят мне проблемы. Потому что тогда бы реально было бы там очень опасно перемещаться в том помещении. Так, знакомая штука. Что это? Я не уверен, но это подозрительно напоминает излучатель стабильного поля. Как бы там ни было, О'Нил сказал уничтожить его. И я это сделаю. И даже знаю как. Это я. Себастьян, я уж думала, ты про меня забыл. Ну что, ты закончил со своей взрывчаткой? Да, теперь ищу повод, где бы ею бабахнуть. Отлично, отправляю свои координаты. Тащи весь арсенал. Пойдем на охоту. Ясно, уже иду. До скорого. Не, мы реально крутыми парнями стали, парнями, девчонками. То есть уже никто Стэма не боится. Это тупо монстры, это тупо... противники, которых нужно испепелять, изничтожать. А, о чем я? Почти готово. Скажите, когда можно будет. И воевать, да. Мы тупо-тупо закалились и все. Поэтому тут уже без каких-либо даже сомнений, что ли. Так, что-то мне подсказывает, что после этого опять будут проблемы. Я к ним не готов, потому что я пожадничал и не создал патронов, да? Хотя все-таки я считаю, что я поступил правильно. Потому что если что, патроны мне игра сама в руки даст. Пока я только такое замечаю. Скажи-ка мне, Торос, так ты уже была знакома с Хоффман? Все знают Хоффман. В Мёбиус все попадают только через ее кабинет. Ей можно доверять? Раньше я бы ответила нет. Но ничто так не заставляет пересмотреть лояльность, как предательство со стороны руководства. Она здесь в ловушке, как и все мы. Хм. То есть ты не уверена? Да нормальная баба, просто немного отмороженная. Ну да, сложновато доверять тем, кто смотрит на меня, как на молекулу под микроскопом. Не знаю, что будет, когда мы взорвем эту штуку. Я тоже, но мы хоть что-то делаем. Вряд ли Теодор согласится оставить Лили в покое. Он, похоже, не из тех, кого можно уговорить на правильный поступок. Так что, прикажешь стрелять на поражение? Просто говорю, что нужно быть готовыми ко всему. Никто не знает, что здесь может произойти. Я думаю, что после взрыва нас ожидают проблемы, и мы будем втроем с ними сражаться, с проблемами с этими. Но и то, втроем это в лучшем случае, потому что мы можем остаться одни, и потом будет вообще... В общем, такое. Ну, я имею в виду, что всех опять пораскидают, да? Как бывает очень часто уже. Ай... По разным местам, в общем, да, будем снова друг друга искать. Я бы не хотел. Извини за вопрос, но как девушка с твоим характером оказалась в такой организации, как Мёбиус? В армии я была подрывником. Военные одолжили меня Мёбиусу для спецопераций. Когда моя служба закончилась, пришли они. И ты просто вступила в их ряды? Они умеют убеждать. И знают, о чем следует помалкивать.
Я выполняла задания, которыми точно не буду гордиться. От тебя ждут слепого повиновения. А если ослушаешься? Когда Мира предложила мне шанс выбраться оттуда, я согласилась. Несмотря на все, что я сделала, у меня остались представления о морали. Наверное, много предложили просто. Угу. Компания-то, я думаю, не бедная. Ну как, этого хватит? На 10 таких штук хватит. Готова взорвать по твоей команде. Ну, я готов. Так, хорошо. Нет, мне нужно больше времени на подготовку ответить, да? А? Что? Я потому что не уверен, что я готов, в принципе. Ну, я давайте. Я готов. Возможно, это реально ошибка моя. Пойду посмотрю на оборудование за стеной. Удачи вам обоим. Ну, я там особо много ничего и создать бы не смог, если честно, потому что у меня пороха там, ну, и не так уж, не так уж много. Операция «Надери зад» начнется через 3, 2, 1. Давай. Я остаюсь один, да? Ты как, Торрес? Ага. Торрес? Я знал. Ты где? Я это знал, просто знал и все. Игра, ты повторяешь. Сиянка Стелланус. Ты отказываешься ступить во тьму. Значит, хочешь вытащить меня на свет. Необдуманные решения всегда тебя подводили. Ну иди, я тебя жду. Хочешь найти любимую дочку? Так иди же. Узнай, то ли это, о чем ты мечтал. Иди, папа, господи, Лили, ты здесь. Серьезно, вот в этом открытом месте еще и враги есть. Глава 12, бездонная пропасть. Это кровь! Это кровь! Хорошее место. Так, подождите. Нет, это не открытый мир. Тихо, 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 тихо. Дяденька. У меня патронов нету, вы понимаете, нет? Я пойду, куда мне лучше говорят. Не хочу как-то отклоняться от курса. Жесть! Если на меня это все ринется, вот тут уже называется, сбежать будет некуда, укрытий вообще нету. Так. А там-то что-то полезное лежать может. А, да, там лежит что-то полезное, кстати. Подсумок лежит. Поэтому не спешим все-таки. Ё-моё. И сейчас что-то вылезет, да? О, 38 патронов. Да я столько никогда набрать не смогу. В жизни. Учитывая, что у меня 3 пистолета, я могу их все перезарядить. Это будет очень много патронов, если... Вдруг я где что смогу найти. Так, подождите, а где тут еще может что лежать? Ладно, я не буду. Я не знаю, я не хочу проверять, вот честно. Если в городе я хочу проверять, то здесь я тупо не хочу. Так, тут что-то... Что-то бурлит. Так, девушка, я вас вижу. Хорошо, ну врагов вроде бы не сильно много. И я, наверное, все-таки хочу качать не жизни, я хочу прокачать все-таки хищника. Я хотел хищника качать, он тоже 12 тысяч, по-моему, стоит. Тихо, 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 все, 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 все. Все спокойно, все. Я что-то в этом месте боюсь вас. Я не знаю, если я реально был как-то спокоен, ё-моё, что-то там за жесть ходит вообще впереди, вы гляньте. Там какой-то необычный монстр. Это не пиласта я случайно, модифицированная огненная. Реально, там какой-то уникальный монстр вообще. Я к нему не пойду, нет. Капец. Просто капец, и все.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плохая эта идея. Если он встает, то... То норм? Не? Ребята, я пошел. Что это такое вообще? Ноги сзади. Ну, головы сзади вроде бы нету, поэтому оно меня не увидит, наверное. Но это на В. Это новая... А, биг враг, короче, новый. Которых, я думаю, потом будет много. Да блин, твоя... Уйди отсюда! Я даже к тебе подходить не буду. Не хочу проверять что-то такое. Хотя, может, стоит. Потому что потом... влипнем. Просто не знаю. Они же меня могут все услышать. Наверное. А может и нет. Он меня, походу, и так слышит, короче. Потому что я слишком палевно хожу тут. Но если уж идешь ко мне, то иди. Я обойду это нечто. И как-то попытаюсь тебя со спины. В надежде, что тебе можно делать стелс. Вот реально, можно ему стелс сделать или нет? Как вы думаете? Я хочу проверить. Сейчас развер... Можно, но я думаю, не с одной попытки. С одной. Не понял. Куда опыт делся? В смысле, игра, ты чё, охренела? Куда ты мой опыт забрала? Не, вы это видели, короче, он улетел просто. Это норм, как бы, или... Или все-таки это глюк был? Так, здесь... Отдыхают ребята, да? Чё это светится такое? Чё это такое светится, я не пойму. Это враг лежит, да? Так, глаза его. Я не понял, что это было вообще? В смысле, опыт? Ты куда делся? Я не знаю, тут лежит опыт, главное. Я думаю, за него много бы накинули. Ну хорошо, хотя бы знаю, что с одного удара им стелс делается. Это уже радует. Мне, так понимаю, сюда, наверное, здесь нету опять ручки, да? Нет, ручка есть. Ладно, давайте все-таки тогда осмотримся. Не такое это страшное место, в принципе, мне кажется. Если уж... Тут большие ребята с одного выносятся, да? Поэтому я думаю, норм. Так, оно с топориком. Я хочу твой топорик забрать, ты в курсе? Мне твой топорик нужен. Так, он меня слышит, не? Я просто думаю, что из-за того, что мы ходим по какой-то жидкости, возможно, мои шаги слышны чуточку сильнее. Так, там ребята лежат, отдыхают, что-то делают. Я не успею! Я не успею! Давай, я успел. Фу, наверное, самый последний момент, короче. Кстати, вот где лежит груда вот таких вот тел? Кое-кто с пилой встать может, поэтому нужно опасаться, в принципе, я считаю. К тому же у меня здоровье не полностью восполнено. Так, дайте я заберу и пойду отсюда, пожалуй. Так, хорошо. А если далеко убежать, что будет? Я такое, знаете, хотел проверять, когда у нас этот, как его... поле было в первой части. Именно под конец уже где-то, когда мы там в особняк к Рувику пробирались. Там поле подсолнухов было. Я тоже хотел убежать далеко-далеко. Чтобы меня никто не видел, не помнил, не знал. А, и где-то устроиться и... И жить. Так, что это? Кто это? Как это? Ай, ладно. Ой! Ой-о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 й
как бы здоровья мало. Товарищ, товарищ, товарищ. Ладно. Короче. А, вынесем абсолютно всех, наверное, не? Или да, или все-таки не стоит. Так, ну тот вроде бы как... Я не понимаю, как ты ходишь?
Друг. Ты же друг или ты все-таки не друг? Так, так, так. Что-то пошел делать. Куда-то пошел. Я не успею, да? Я успею! Я успел. Хорошо, топоры мне пока и не нужны. Так, это у нас что такое? Это у нас просто. Ну, тут очень темно, я думаю, меня не видно, в принципе. По всем законам природы, короче. Хотя я их всех вижу. У меня очень хорошее зрение. И при этом я в игре даже как-то яркость не увеличивал, я не знаю. И реально в таких темных местах и видно. Я просто помню, что первая часть там наоборот нужно было увеличивать яркость, потому что там даже в светлых помещениях, в домах было довольно-таки светло. А здесь вообще вот темно, я все вижу, не знаю. Или это я уже просто привык к такому чему-то, или же все-таки здесь реально как-то светлее. О, так, ладно. Ты не такое страшное место. Я тебя боялся сильнее. Но, возможно, я еще поспешил, как бы с выводами, да? Так, ну здесь лежат ребята, отдыхают. Так, немножко игра, ну как обычно, в каждой серии. Небольшой фриз производит, да? Только не кричи, если ты меня увидишь, потому что не надо. Как бы просто не надо, и все, но ты меня не увидел. Ты меня тупо не увидел. Я не знаю, ребят, если вы охраняете своего падре, а почему вы не огненные, почему вы обычные? Я, кстати, знаете что? Я открывал про эту игру какую-то статью в интернете, случайно попал, я даже не помню, как это было, но там рассказывалось про сложность игры. И говорилось, что если ты выбираешь, скажем, среднюю сложность, короче, то некоторых врагов на тех или иных локациях просто тупо нет. А когда ты играешь на сложности кошмар, то появляются какие-то дополнительные противники, с которыми их можно дополнительно потанцевать. Вот. И мне это реально интересно показалось. Это, знаете, это как в Dark Souls опять там было у них такое, что в общем, если ты проходишь игру полностью, начинаешь как бы новую игру плюс, там первую, вторую, то тоже появляются новые противники, и с ними нужно сражаться, вот. Что-то такое. А тут даже не нужно никакой новой игры плюс называется. Просто выбери хорошую сложность и получай максимальное удовольствие от игры. Я в эти ворота буду долго заходить, я это вижу. Я это просто вижу, поэтому кому не терпится, как бы извините. Я хочу здесь побегать. Так, тут я уже, я вижу, не могу бежать. Ясно. Ну, вроде бы я всех убил, да? Ну, те, кто лежит, конечно, я их там не трогал. Некоторых. Там, по-моему, ребятушки остались. Ну, вроде, по идее, все. Я думаю, подсумков здесь больше никаких нет. Надеюсь, я ничего полезного не пропустил. Потому что уж реально слишком долго здесь бегать тоже неохота. Так. Хорошо, где дверь теперь? Я то что-то потерялся уже слегка. Любопытно, что за дверью, потому что как бы 50 уже минут, ну чуть больше, да, идет серия. И не хотелось бы слишком ее огромной делать. Открывайся, сундучок. Покажись, паучок. Долго крутить надо. Тут типа продолжение этой локации. То есть мне игра хочет сказать, что я сейчас буду тупо бегать именно вот по вот этому непонятному называется, да? Велосипед. Я его смотреть не могу. Не могу. Ладно, пока нет сохранения, как бы серия продолжается. Поэтому такое. Хорошо, мистер, я вас вижу. Я вас вижу. Он меня, походу, тоже слышит. Так, а куда я там забраться-то могу, я не понял. На стенку, что ли?
Только опыт, пожалуйста, не улетай, я тебя прошу, если я ему стелс сделаю. Я просто тебя прошу. Я просто уже, знаете, в наглую иду, неважно, кто там сбоку, кто там где. Вижу врага, иду к врагу, все. Так, я попытаюсь быстро опыт забрать, потому что, блин, игра. Давайте мне опыт, я быстренько забрал и я ушел. Поэтому извините. Я уже даже по ножастым соскучился, потому что, ну, ребята, ну вы ни о чем. Вы ни о чем, особенно когда есть топор. Ну, знаете что? Я вот так. На всякий пожарный, короче. Угу. Потому что если вдруг прилетит откуда-то, я этого не буду ожидать, то меня убьют. А умирать ой как не хочется. Все-таки приятно играть, когда ты заделал серию и ты ни разу не умер, да? Я думаю, да. И потом ты сам себе удивляешься, как это ты так умудрился, короче. А, тут пройти нельзя, понятно. Я просто еще думаю, а зачем как бы ворота, если тут везде открытое пространство, я просто обошел как бы ворота и все, и зашел, да? А тут есть невидимые стенки. Ай, место, 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 место. Я, наверное, о чем-то не том в такие моменты говорю, да? Я даже не кричу. Я сам себе уже удивляюсь, если честно. Я даже тупо не кричу, вот серьезно. Так, хорошо, они идут. Я пошел, я пошел, я пошел. Я пошел, я пошел, я пошел, я пошел. Я ушел. Я не могу в укрытие стать тут, к сожалению. Так, хорошо. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Я так, между ними, короче. Так, тот пошел. Ты что делать будешь? Этот тоже пошел. Хорошо, я за ними. А я за ними. Ну, если что, у меня топор есть. У них, походу, у всех топоры. То есть можно смело подходить, всех рубать и топоры забирать, короче, да? Иди, иди ко мне. Ага. А, нет, слушайте, я плохо, в принципе, поступил. Потому что он разбудил, как бы, своих собратьев. И это реально плохо. Да, все, все, они просто когда кричат, они в режим берсерка переходят и быстро бегать начинают. Я еще удивлялся, думаю, а че враги так быстро перемещаются? То медленно, знаете, а то бывает быстро. А именно вот происходит это из-за того, что они переходят в режим. А, ярости и крови. Ребята, я тут, ребята. Я тут, ребята. Та, походу, и ничего и не понял даже. И пошла себе, короче. Тут ее... подругу убили, а она идет. Оп. класс. Просто класс. Толстяки у вас еще водятся, не? Игра. Я подсумки хочу. Что-то мне слишком на них тянет, если честно. Потому что подсумки это одна из самых, наверное, полезных вещей. Ну, если, конечно, будут давать достаточное количество патронов. Так, подождите, какие-то стулья? А я могу с ним что-то сделать? Так, что я там взять мог? Кто-то где-то тут. Ага, понятно. Кто-то где-то тут, да? А куда мне идти, кстати? А, я не буду спешить, извини, Лили. Тем более папа-папа. Это по-любому происки. Происки этого священника местного, короче. Потому что Лили даже не верит, что мы живы. Я не думаю, что это она. Заткнись. А кто там кого убил, да? Он такой. Вопрос. Мне знаете, что было бы смешно? Это как в этом Metal Gear Rising. У них такие вопросы над головой появлялись бы. Я просто помню, там у меня 5-я серия была, короче. И там были гориллы одни. И это была самая бесячая и сложная, наверное, локация из всех моих вообще каких-либо существовавших прохождений пока что на данный момент. И там такие вопросы были у них. А я думаю, что за вопросы? Откуда вопросы? Не знаю, что-то вспомнилось сейчас. И там тоже нужно было, кстати, стелс
делать, и я слишком поздно допер, короче. Что там нужно правильно делать? Что-то такое было. А, как бы топорик мне можно, нет? Там просто сзади топоры еще лежат. Но те топоры сзади, я как-то к ним уже не хочу возвращаться. Тут столько много всего, тут что-то сильно локация большая. Ну идти мне, по идее, туда куда-то, да? Так, там что-то лежит, хорошо, успеем. А, где я был, где я не был? Потому что стулья как-то повторяются. Или все-таки я тут тогда был? Я что-то не понял, откуда я пришел вообще? Слишком все друг на друга похоже, короче. Это печально. Масштабы, блин. Огромные масштабы. В первой части таких масштабов и подавно не было. Так, подожди, это я его убил, да? А, то есть я понял, я назад вернулся. Я же говорю, я не ориентируюсь уже даже. Да, Лили там, понятно. Я тупо даже не ориентируюсь уже. Так, тогда давайте глянем, что у нас здесь. Так, вижу, порох лежит. Ну и враги могут. Да. Оно с топором, кстати. Давай, 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 давай. Оп. А, взрыв башка. Топором. Такое. Поднимай. Пошли. Просто пошли. Мы герой. Мы ничего не боимся. Угу. Место, ты понимаешь? Ты не страшная. Я думал, ты страшная, ты не страшная. А, дохвастаюсь я скоро, я чувствую. Ох, дохвастаюсь. Но пока реально, что-то вообще. Сложность просто куда-то упала, я не знаю. Я, наверное, дохвастаюсь, я дождусь. Я все-таки, я на это надеюсь, я в это верю, что разрывное что-то будет. Поэтому... надеемся и ждем, да? Опа. Угу. Хорошо, что у нас здесь? Успеем пойти, как бы, да? Давайте глянем. И какие-то колонны, я вижу, стоят. Я их еще сразу заметил. И, возможно, здесь потом станет посветлее. Это вообще похоже, знаете, на лес на какой-то. А тут какое-то мелководье. Но это мелководье на самом деле не вода. Потому что оно во. А? Оно явно не того цвета, что хотелось бы, как бы. Так, ну написано Лили. Как бы я ничего сделать не могу. Это наш... дом, где он, который сгорел, получается, или как? Сейчас глянем, короче. Ну, по идее, наверное, да. Мама никогда не сдавалась. Не то, что ты. Она пыталась тебе сказать. А ты глупый, не слушал. Нет. А, я понял, я понял, я понял. Нет, все не так. Мира смогла то, что не смог ты. Ты не хотел слушать. И потерял их обиды. А потом себя самого потерял. Ты обо мне ничего не знаешь. Мира поняла, что для достижения цели надо уметь подчиняться. Объединяться. Только не вы! Только не вы, ну блин! Я надеюсь, их заморозить и подорвать можно. Разорвать на куски. О, я просто понимаю, что... Стэн просто хочет, чтобы наш Себастьян стал одним из них. Вот, ну, как бы это очевидно было заранее, когда, ну, священник этот говорил, да? Теодор. Но именно вот проникают в голову эти голоса, которые вот писались там на этих записках в нашу голову. А, чувство вины и тому подобное. В общем, если на это все поддаться, наш Себастьянушка, да?
то все, то будет гейм овер. А мы уже один раз поддались, когда нас девчонка летающая захватила, да? Было дело. Так, как ты ходишь? Там просто ползучие ребята есть. И я не уверен, что оно там одно. Ой, мама! Тихо, 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 все, все, она меня увидела, короче, ясно. Вот этих я боюсь. Вот этих ребят я боюсь. Так. Давай ко мне. Так. Теперь проверяем действие криво-болта. И теперь гарпунным. Да умирай, все, умирай. Наверное, нужно было после криво-болта стрелять не гарпун... Не гарпунными, наверное, два раза хочу сказать. Заговорился немножко, да. А, наверное, пистолетными, потому что у гарпунных болтов разрывающего эффекта нету. Они просто стреляют, как бы, и все. Ну, железка, и все. Поэтому будем как бы экспериментировать. Хорошо, ну, товарища вынесли. Но патронов ноль. Так. Хорошо. Три леденящих. Потом. Такие. Вот пистоленных за. Пистолетных нету. Блин, я заговариваюсь, я не знаю. Я не могу больше часа с серии делать. А сохранения так и нету. Надо отдыхать. После. Надо уметь отдыхать. А тут вот это вот, понимаешь ли? Просто в неограниченном каком-то количестве появляется. Оно мне задолбало уже. О, ко мне идет. Давай, 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 да. Ага. Спасибо за топор. Ага. Давай мне. Отдавай мне. Почему топора нету, я не понял. Он же с топором был. А, понятно. Спасибо. Я пошел. Я просто пошел. Ладно. Сильно большое место, я не знаю. Я уже даже теряюсь, что рассказывать, о чем говорить. У меня такое бывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой. Иди сюда. Иди сюда, ко мне. Пошутим немножко. Иди ко мне. Ой-ой. Красавица. Враги-враги. Сколько вас здесь много? Сколько? Я уже опыта, кстати, много собрал. Я за боссов опыта вообще не получаю. Вот за такие моменты, да? Просто называется. Натариваю знатно. Но я хочу хорошего босса, честно. Я надеюсь, Теодор меня не разочарует. А, не застревай, не застревай, прошу. Понятно. Понятно. Так. Я всегда переключаюсь на болты с этого... Да, блин. С этого меню, потому что тут время как бы на паузу ставится, и они так паникуют тогда. Так. Крио... У меня нету пистолета патронов, поэтому, я думаю, смысла нету. Давайте, раз, два, три. Все, он готов. То есть три. За него детали оружия дают вместо опыта. Это смешно. В монстре шестеренки лежат. В общем, с трех гарпунов они умирают. Ладно, ну место у меня вытягивает силы с арбалета моего. Ну, я думаю, против этих врагов это самое топ. А с обычными как-то справимся, я думаю. В крайнем случае на ножиках, да? И к тому же у меня топор.
Так, это что-то громадное. А, еще один, да? Ясно. Даже попал по мне. А, у меня уже как бы нету, да, по-моему? Да, у меня уже как бы закончились. А что делать? Игра. А что делать-то? Так, подождите. Спокойствие, только спокойствие. У меня как бы гарпуны закончились. Блин, я не знаю, что делать, а ну. Так. Тут нужно два баллона. 48 пороха у меня есть. А, подожди. Нет, стоп, это электроболт. Ну, не знаю. Дробовиком против него лучше стрелять, я думаю, чем пистолетом. Ну, просто как оно стоит дорого из кустарного-то этого. Ну, я сейчас тупо весь порох солью на это дело. Ну, жалко. Жалко очень. Просто очень жалко и все. Ну, пофиг, ладно. А, подожди. О, надеюсь, хватит. Так. А, подожди, у меня же топор был. Я, получается, короче, нужно топоры собирать в этом месте. И топорами отбивать этих ребятушек. Я, по-моему, с топора его ваншотнул просто. Хорошо, все, зря я потратил порох опять. Надо внимательно, конечно, осматриваться, чтобы они ко мне не подбегали. Так, ребята, мне топор нужен. Дайте мне топор, пожалуйста. Куда мне идти вообще? Так, идти мне куда-то. Ясно. Идти куда-то туда. Так, у него есть топор. Иди ко мне. Иди ко мне. Просто иди ко мне и все. Угу. Спасибо. Спасибо. Топор можно? О, спасибо. Я пошел. Если видим ползучую, мы спокойны. Даже не буду электроболт тратить. Хорошо. Я просто рукопашную так уже качал, да? И топоры меня сносят не по-детски. Так. О, я вас вижу. Я вас вижу. Главное, фиг поймешь, откуда они там вылазают, потому что, ну, в воде в этой не видно же ничего, правильно? И все с топором, и все с топорами, короче, ходят. Абсолютно все с топорами. Так, меня сейчас там таз палит. Повезло, просто повезло и все. Так, подруга, я вот он, иди ко мне. Подруга. Та, блин, слепая. Ой. Порой вы такие слепые. А порой очень хорошо слышите. Так. Надо было за укрытие стать. Блин. Заткни пасть! Кинул, кстати. Доставай топор еще один. Ты же умеешь, я же знаю. Ну чё за ад? Кровавый. Жесть. Эта серия будет идти вечно, я вам говорю. В последней серии такие большие пошли. Не, ну в принципе это круто, но я...
Именно в голосовом плане устаю. Потому что горло. Горло. Угу. Я уже начинаю просто тупо под конец в наглую лезть. Возможно, это красивее все делать тогда получается. Это все более эффектно, более круто, скажем, да? И, возможно, это плюс. Но мне просто хочется уже быстрее отсюда свалить. Но в то же время и не хочется ничего пропускать. Я не знаю, я ни в одной игре столько всякого собирать не люблю, как в этой теперь. Потому что здесь это реально полезно. И здесь абсолютно все хочется взять. Я уже давно мог бы пойти к сюжету. В ту сторону, да? А я тупо и не... Я тут специально не иду, короче. И к тому же теперь мне нужно найти топор, потому что мне его забрали. Точнее говоря, я его сам как бы... в спешке слил. Я не дойду к нему, не. Это плохая идея. Иди ко мне. Вы меня задолбали уже. Потому что я абсолютно всем делаю стелс. Я не успею. Да не, я не успею, вы чё? Да, я вот он, ты правильно понимаешь. А куда я зашел? Да в смысле? О, тихо, 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 идет. Давай, давай. Ай, какое-то неудобное укрытие. Хотя, возможно, я бы и смог. А что там блестит, я не понял. И где он? Он тут где-то. Ай! Серьезно, что ли? Ты настолько слеп? Я вот он. Тихо-тихо-тихо-тихо, да умри ты. Ходишь тут. Пугаешь народ. Я помню, что опять же, возвращаясь к первой части, я буду часто это говорить. Я все-таки там, по-моему, старался, где можно убежать, убегать от врагов и с ними не сражался. По-моему, такое что-то было или нет? Или я что-то путаю? Или это было не на записи, а именно в начале? Я просто помню, там был какой-то город в начале. Почти в самом начале. Там очень темно было. Там тоже бродила куча обычных монстров. Лили Кастелланос. Это... Угу. Осмотреть ее нельзя, к сожалению. Я, в общем, в том городе по скрытности как-то не умел. Так, я вижу. Ага, я тебя вижу. По скрытности как-то не умел к ребятам подбираться. Я там так страдал, так паниковал. Это просто кошмар было. Хотя ребят там было намного меньше. Там была намного меньше локация по размерам, скажем. И все равно настолько страшно было. То я не знаю, тут этого вообще нету, вот честно. Я тупо иду, просто тупо всех выношу. И при этом еще получается шутить порой. Хорошо, я тебя увидел. Мне топор нужен срочно. Потому что, как бы, то, что в дробовике патроны есть, это хорошо, но мне нужен топор. Я думаю, урон у них примерно одинаковый, как у обреза, так и у этого, да? Но этот я так понимаю, из близких расстояний хорош, из дальних, наверное, все-таки. Поэтому, возможно, это универсальный дробовик, скажем. ЖМ... Я побежал! Иди в баню! Я не знаю, что будет, но я пошел сюда, короче, по сюжету. Меня аж игра фризанула, короче. Он отстанет, нет? Просто топора нету, я не хочу тратить. Я просто осмотреться хочу. Что здесь лежит? Я из-за этого света нифига не вижу. А он где-то рядом. Да, там лежит что-то. Хорошо. Я тебя понял. Ты меня пасешь. Можно мне как бы забрать? Я понимаю, мне идти вниз по лестнице, по идее, да? Как бы все очевидно. Хорошо, 500 геля. Ну, я не знаю, прокачаемся знатно.
Ну, хоррор какой-то такой у меня получается. Страшно бывает, но редко. Все-таки, наверное, это плохо. Да? Не атмосферно? Или нормально? Ай, вопросы. Ладно. Длинный коридор. И жуткий. Да нет. Я просто не знаю, я жду каких-то новых уже противников. После этого ты все равно хочешь воссоединиться с Лилией? После чего? Хочу. Я должен найти ее. Ладно, тогда иди ко мне. Я в первую очередь иду к сохранению. Ну не говорите мне, что сейчас будет босс. Вот я не знаю. Если начнется битва с боссом, и там будет сохранение, я заканчиваю серию. Как бы я предупреждаю сразу, вот серьезно. Лили, это правда ты? Лили. Нет. Лили. Ну вот и она. Твоя дорогая дочь. Ты не этого хотел? Папа? Это все ты виноват. Почему ты меня не спас? Нет. Пожалуйста. Я не смог. Я хотел. Нет. Нет. Обречен повторять ошибки прошлого. Или примкни ко мне. Сделай это, и я исполню все твои мечты. Вместе мы заберем Лили у мира. Когда у меня будет сила ядра, ты станешь по-настоящему свободным. Нет. Пулями меня не остановишь. Когда же ты поймешь это? Выстрелил в меня, Себастьян. Зачем? Нет, нет. Ладно. Давай-ка выбираться. Нельзя ему поддаваться. Тебе надо отомстить этому ублюдку. Себастьян, что с тобой? Ты в порядке? Ты слишком много работаешь. У тебя голова уже кругом идет. Мира? Торрес, где? Я дома.